Новая модель блендера Biola Mix T5200 с таймером и кнопкой защиты включения блендера без кувшина. Умная установка времени включает программы: горячий суп, замороженный десерт и смузи для удовлетворения ваших различных потребностей. Всего 9 скоростей плюс импульсный режим. Кнопка защиты от случайного включения. Пиковая мощность 2200 Вт, скорость от 26 тысяч до 45 тысяч оборотов в минуту. Термостойкий кувшин на 2 литра из экологического титана PAFRI, выдерживает лед и горячие жидкости. Шестилопастной 3D нож из нержавеющей стали с лазерной заточкой легко перемалывает твердые и мягкие продукты. Двойная система защиты двигателя от перегрева и перегрузки. Комплектация: блендер, крышка, толкатель, руководство пользователя. Купить можно на AliExpress от $80. Ссылку на магазин я оставил в описании под видео. Итак, давайте все-таки попробуем. И в первую очередь мы начнем с твердых продуктов. Я думаю, что всех, в том числе и меня, интересует, как же блендер справится с такими твердыми продуктами. Например, ну вот как самый твердый, это кукуруза, сушеная кукуруза. Мы берем сладкую кукурузу. Это именно тот продукт, который меня интересует, например, тоже. Из кукурузы мы делаем муку, из муки делаем лепешки там. Просто запариваем кашу и так далее. Ну, я думаю, вот столько будет достаточно. Так, накрываем крышечкой. И давайте все-таки посмотрим. Значит, ставлю, ну, у меня обычно вот, ставим, ну, чуть больше половины максимума. И включаем. Поехали. Все, продукт готов. Смотрите, реально, то есть это, ну, буквально не в пыль, но как раз тот продукт, который мне нужен, я себе смывал. Видите, да?